Здравствуйте, меня попросили на греческом канале показать и рассказать о содержании гортензии в горшке. Но это нелегкая работа, потому что залезть сюда просто невозможно. Я, разумеется, уронила уже горшок, разбила. Ну, это обычное занятие для меня. Итак, гортензия. Содержать ее несложно. Растение выносливое, если только мы учитываем ее потребности и то, что она хочет. Опять голуби прилетели в воду пить, у нас страшная жара, я отвлекаюсь. Эта гортензия у меня несколько лет, разумеется, я ее стригу. Стригу я ее всегда в феврале. Ну, в этот период у нас начинается постепенная, так сказать, пробудка от спячки. И наши растения начинают приходить в состояние оживления. Вот это растение уже отцветает, но я не буду срезать цветы, потому что вот в таком вот зеленом виде они стоят до зимы. Гортензия цветет на новых побегах, поэтому не имеет смысла стричь ее летом или осенью. Итак. Почва для гортензии нужна кислая. В крайнем случае вы можете использовать торф. Я добавляю лесной сосновый или еловый опад, землю, верховую землю из-под сосен или из-под елей. Им очень нравится. Развиваются они нормально. Здесь, вот, как вы видите, это солнечный ожог, потому что все-таки я не смогла полностью закрыть ее от солнца. И немного нам понадобится добавить здесь железо. Гортензии, как и все любители кислого, часто страдают от недостатка железа. Насчет удобрений. Раньше я использовала удобрения для таких растений, как камелия, гортензия, гордения, но мне не понравилось. Не знаю, по какой причине, мои растения не очень любят эти удобрения. Я даю просто удобрения для цветущих растений. Даю не часто. В данный период, когда уже жарко, вообще не даю. А так раз в месяц. Что еще? Гортензия любит свет, но не прямые солнечные лучи. Она у вас просто обгорит. Если на гортензии появляются темные окончания, вы переборщили, так сказать, с поливом или с удобрениями. Тоже может быть химический ожог, вот такими вот выражается, пятнами коричневыми. Полив гортензии. Поливаем мы гортензию в горшке. Опять же, не путаем с грунтом, это совсем две большие разницы. Полив гортензии в горшке. Во время цветения мы поливаем очень-очень даже хорошо. Во время развития мы поливаем по мере просушки. После того, как гортензия отцвела, опять же просушиваем горшок. Очень легко перелить гортензию. Разумеется, возможно и пересушить, но все равно легче перелить гортензию. В общем, нужно найти такую золотую середину. Вот так начинает подсыхать грунт уже где-то вот до середины горшка, тогда мы ее поливаем. Если вы хотите иметь красивые листья, как я уже сказала, гортензии нужен свет, но не прямые солнечные лучи. Для гортензии обязателен очень хороший дренаж. Хорошо бы посадить вот в такой вот глиняный горшок, не обработанный, дышащий, так сказать. Еще что, грунт должен быть очень воздушным, очень воздуха и влагопроницаемым, но быстро просыхающим. Как я уже сказала, можно очень-очень сильно перелить наши растения. Итак, на дно мы кладем хороший дренаж, берем землю для растений, которые любят кислую почву, или делаем, составляем ее сами, что крайне несложно. Горшок, как я уже сказала, желательно взять такой вот немножко широковатый. Если вы переудобряли
вашу гортензию, то у нее начинают чернеть листья, могут даже опадать. Это заметно. Такой химический ожог получается у гортензии. Первое, что вы должны сделать, очень сильно промыть грунт. То есть, чтобы все вот эти токсические вещества, которые попали к растению от удобрений, вымылись буквально. То есть, хорошо промыть грунт. Листья гортензии мочить часто нежелательно. Я сейчас просто чуть-чуть хотела смыть пыль, поэтому намочила, так как возникают различные грибковые заболевания. Но, разумеется, если она стоит у вас в очень проветриваемом месте, то ничего с ней плохого не случится, она быстро высохнет. Я уже сказала, что по листьям можно определить состояние здоровья растения. Или интоксикацию, почернение листьев, опадение листьев или перелив. Симптомы похожи, но при интоксикации они более такие черные, скрученные получаются. Значит, мы сразу очень-очень хорошо промываем грунт у нашего растения. В общем-то, у кого есть возможность поливать ее дождевой водой, конечно, это хорошо, но я поливаю просто водой из-под крана. И она, как вы видите, прекрасно себя чувствует. Я тут обнаружила, что в нашем городе вода средней жесткости, и очень-очень обрадовалась. В общем, это растение находка для тех, у кого балконы притененные. У кого, разумеется, очень яркое солнце днем, особенно полуденное, гортензию придется притенять. Прекрасно растут они на море. А вот в наших условиях, особенно в условиях жары, немного растение страдает от солнечных лучей. Растение выносливое, я на зиму его даже не укрываю, но у нас зима, как вы знаете, не очень тяжелая, хотя вот в прошлом году было 2 недели минус 20. Гортензия не вымерзла, правда, цветение было не такое пышное, не такое обильное, как вот в этом году. Вот вы видите. В общем-то, растение крайне легкое. Я практически не уделяю ей особого внимания. Единственный раз вот в месяц даю удобрения для цветущих растений. Если вижу недостаток, допустим, железа, это сейчас на свету, так не так уж страшно. Самое начало. И даю железо, как я уже сказала. Полив аккуратный. Во время цветения не бойтесь, не перельете. Цветы требуют большого количества влаги. А вот после цветения очень аккуратный полив. Во время развития поливаем небольшими дозами, но довольно регулярно. То есть не заливаем и даем просохнуть. Итак, гортензия. Светлое местоположение, но не прямые солнечные лучи. Проехал мотоцикл. Местоположение светлое, но не под прямыми солнечными лучами. Полив регулярный, но аккуратный. Не заливаем растения. Самая большая ошибка – это перелить гортензию. Удобрение тоже очень аккуратно, потому что она часто страдает от токсических ожогов. По листьям вы можете определить, что ей нравится, что ей не нравится. Гортензия так же, как часто страдает от недостатка железа. Ну, вот, в принципе, и все. О содержании гортензии. Если я что-то упустила, спрашивайте. Я обязательно отвечу на ваши вопросы. Подписывайтесь на канал. Мы будем говорить не только об орхидеях, а и о других растениях. О том, как красить гортензию, я уже рассказывала.